Добрый день, уважаемые коллеги. Вы уже много лет работаете с биохутором. Ну, практически, наверное, почти с начала, да? Ну, лет 10 точно. Не меньше. Да. Замечательно. Да, наверное, лет 12. То есть благодаря вам... Ну, мы существуем с 2000... Биохутор продвинулся. Я могу так, немножко предприятие. Мы находимся в городе Тимошевске. Наше предприятие по производству микробиологических препаратов для растениеводства и животноводства. Поэтому в том числе, ну, вид препараты мы производим. С 2004 года мы 18 лет на рынке. Ну, я обычно говорю, что когда мы начали заниматься этим и занимались, ну, в общем, тогда предприятий по производству биопрепаратов практически, ну, их не было, за исключением, там, делали мышиные приманки, наверное, в основном Россельхозцентр, да, Россельхоз, да, вот, были такие. Поэтому у нас и исполнительный директор, это его инициатива, и Ярошенко Виктор Андреевич, который является идеологом и разработчиком препаратов. Ну, в общем, это вот в плане микробиологии, это наша голова. Вот, он в свое время где-то 12 лет отработал директором биофабрики Краснодарская по производству микробиологических препаратов. Потом открыли частное предприятие. Начинали с животноводства, потому что как бы эта продукция, она востребована круглый год. Надо было за что-то, так сказать, жить, продавать. Поэтому, а что касается растениеводства, то это, наверное, вот лет 12 точных, ну, чуть больше, да, когда мы начали заниматься. Значит, ну, выпускаем мы биофунгициды, что касается растениеводства, биоинсектициды, инокулянты, стимулирующие препараты на основе живых полезных микроорганизмов, то есть разных там видов, и бацилярные, и грибные, и так далее. То есть все препараты, которые мы производим, они все зарегистрированы, я подчеркиваю, все зарегистрированы. То есть мы проводим большую исследовательскую работу у себя, лаборатория у нас мощная, где мы проводим, ну, исследуем различные штаммы, сравниваем их, смотрим эффективность. Дальше у нас сотрудничаем, в общем-то, более чем с 20 научными университетами, институтами, где проводим, так сказать, заключаем договора и проводятся испытания наших штаммов. Вот, проводятся, так сказать, испытания уже, так сказать, в производстве. Ну и потом уходит препарат уже на регистрацию. Это процедура, так сказать, длительная и, скажем, дорогая, ничем не отличается от регистрации обычного химического там препарата, фунгицида или инсектицида. То есть это здесь нету никаких, скажем так, преференций в этом отношении. Где-то производим мы продукции по году, ну, в пределах до 4000 тонн. То есть площади, если в растениеводстве, то, ну, наверное, уже приближается, если по этому году, то в пределах уже до 800 тысяч гектар. Это не, ну, как бы не... Хотя мы... производственных испытаний в каждом хозяйстве проводим каждый год, ну, я так скажу, ну, наверное, в обществе, ну, не меньше 200 гектар. Это то, что мы проводим. Каждое хозяйство, когда предлагаешь и заходишь, и все хотят, ну, сразу попробовать, как бы посмотреть, что получается, не получается, какие результаты. Поэтому, как правило, ну, в большей, наверное, степени мы даем на эти испытания бесплатно препараты. Ну, естественно, отслеживаем наши специалисты совместно со специалистами хозяйства, чтобы не было никаких потом разногласий. Все обработки проводим как бы совместно, чтобы было четко все видно, прозрачно. Ну, как я уже сказал, препаратов для растениеводства.
Это препарат Геостим на основе триходерма Вириды. Это деструктор пожневных остатков с фунгицидными свойствами. Плюс Азомонас агилис, плюс Азотобактер хроко. Значит, следующий препарат – это биофунгицид препарат БФТИМ на базе штамм Bacillus amylofacens. Вот, титр не меньше 4 на 10 девятой степени, то есть работает против ряда болезней или патогенных микроорганизмов на различных сельхозкультурах. БСК-3 – это микробиологическое удобрение с фунгицидными свойствами. Здесь у нас зарегистрировано, в общем-то, 4 штамма, которые используются в растениеводстве на зимой пшенице. Просто здесь препарат, то есть титр, который триходерма вириде, это Bacillus subtilis и псевдомонас. Это здесь 3 штамма, которые используются в растениеводстве. Как правило, используем в первую очередь на озимых в первую обработку. Следующий препарат – это препарат Инситим, это биоинсектоакарицид, основа Bacillus thuringiensis, титр не менее 3 на 10 девятых, который работает по вредителям. Это чешуекрылые, это совка, гневка, клещи, трипсы, моли, тля, то есть такие объекты вредных организмов. Препарат Geostim Fitmarke А – это препарат с фунгицидными свойствами для предпосевной обработки семян. То есть туда входит триходерма и бациллярный штамм. Geostim Fitmarke Б – с деструктивными фунгицидными свойствами. Там тоже 3 штамма входят, это и триходерма, и бациллярный препарат, и ассоциативный азоспирилиум бразилиенс. Как правило, тоже используем при обработке пожневных остатков, там, где масса пожневных остатков большая. Поэтому мы здесь чередуем то ли Geostim или Geostim Fit марки B. Здесь он идет в норме 4 литра на гектар. Вот. И кроме здесь триходермы, еще бациллярный препарат. Geostim Fit марки G – это микробиологическое удобрение комплексного действия для инокуляции семян бобовых культур. То есть это соя, горох, нут. Сюда входит инокулянт, тот, который нужен, ну, допустим, плюс это фунгицидные штаммы, которые работают против патогена микрофлоры на семенах. Вот, и плюс, так сказать, стимулирующие штаммы. То есть это готовый препарат. Мы практически работаем 8-10 литров на тонну. Практически сюда минимальное количество воды, если надо. Вот. Сюда не надо добавлять ни химический протравитель. То есть это готовый препарат, который вот, используется. Больше сюда ничего, так сказать. Ну, за исключением, если предприятие захочет добавить там, какие-то микроэлементы, ну, это не возбраняется. То есть отличный препарат, он и по цене, ну, если взять 10 литров на тонну, он 266 рублей стоит, то есть 266 рублей на гектар, допустим, та же соя. Ну, у нас любой другой инокулянт, так сказать, импортного происхождения, он сам инокулянт будет стоить, ну, как минимум в 2 раза. Фитмарке Е – это микробиологическое удобрение с фунгицидными свойствами. Это для обработки семян подсолнечника. Как правило, обрабатываются семена подсолнечника крупноплодного, потому что гибридные семена, они уже
как бы приходят обработанные, как правило, перерабатывать никто не будет. Обработку проводят у себя на предприятии. Это вместо химического протравителя. И гистимфит маркер G, это микроэлитическое удобрение со стимулирующими свойствами. Поэтому здесь три штамма, это азоспирилиум бразилец, бацилус мегатериум, хитомиум глобосум, который применяется, вот как, особенно вот в органическом земледелии, мы его применяем здесь вот на предприятии, это для того, чтобы снивелировать недостаток минеральных удобрений, которые в органическом земледелии не применяются. Вот этим препаратом. То есть это фиксация азота, перевод фосфора и калия в доступное состояние. То есть очень хороший препарат. Практически мы применяем его, ну, практически с любой обработкой, независимо, так сказать, в органическом земледелии или не в органическом земледелии. Значит, ну, о преимуществах препарата на основе полезных микроорганизмов я, наверное, так сказать, особо останавливаться не буду. Наверное, всем известно, что укрепляет иммунный статус растений, безопасный для здоровья человека, теплокровных животных, птиц, рыб и насекомых. Не приводят к загрязнению. Самое главное, они не вызывают привыкания к препарату вредных микроорганизмов. Ну и являются более дешевыми по сравнению с химическими аналогами. Значит, дальше я хочу остановиться на таблице. Вот по почве, это обработка пожневных остатков. Ну, на предприятии, вот в биохуторе мы обязательно делаем эту обработку. Ну и я хочу остановиться еще на том, что в этом году, в общем-то, корневые, прикорневые гнили в хозяйствах вот, проявили хозяйство прям довольно сильно. Поэтому вот эта обработка – это основа, которая как бы способствует снижению, в первую очередь, снижению патогенной микрофлоры в почве. Это вызывающих там корневые, прикорневые гнили и ряд других болезней. Поэтому если в интегрированной схеме, то здесь вот идет препарат Гиестим, там, или Гиестимфит марка Б, гумат калия, литр плюс аммиачная селитра. В органическом земледелии вместо аммиачной селитры мы прибрали G, это стимулирующая основа, тот, о котором я как бы выше рассказывал. То есть это вот основополагающая обработка, которая, еще раз повторюсь, способствует снижению патогенной микрофлоры, вот, ну и способствует также разложению пожневных остатков. То есть ночное время, здесь исключается вспашка, вот, то есть можно рыхлить или делать оборот пласта максимум до там, 18 сантиметров, то есть нужен доступ кислорода для микроорганизмов. Вот, поэтому здесь такой подход в этом плане. То есть сколько там обработать, значит, к утру необходимо задисковать. Поэтому ориентируемся на производительность дисковых орудий. Вот, опрыскиватель может сделать, так сказать, за ночь там, 100 гектар. Важно, чтобы к утру мы смогли ту площадь, которую обработаем, задисковать. То есть вот эта обработка, она, мы считаем, основополагающей. Естественно, за один прием мы там, не изменим ситуацию почвы с патогенной микрофлорой, с фузариозами там, и так далее. Но при систематическом применении значительно уменьшается, так сказать, численность патогенов микрофлоры, что положительно сказывается на, ну, скажем так, в итоге на урожайности сельхозкультур. Ну и, как правило, повышается плодородие почвы, улучшается водопроницаемость почвы, то есть целый ряд положительных факторов от применения данного приема.
Значит, такой вот так, эта схема применения препарата вот по озимой пшенице. Я уже сказал по пожливным остаткам обработка. Следующий, так сказать, момент – это обработка семян, но только после фитоэкспертизы. То есть по головне биопрепараты, эффективность у них низкая, поэтому мы определяем ситуацию там и потом определяемся, как нам лучше сработать. Ну, в данном случае у нас, так сказать, не вызывает здесь трудностей применения биопрепаратов, потому что в плане головни семена, используемые на предприятии, они хорошие, чистые, поэтому мы применяем чисто биологический препарат, как и необходимо в производстве в органическом земледелии. Следующая обработка – это обработка совместно с гербицидом, это в интегрированной схеме, а вообще в органическом земледелии это фаза кущения, то есть мы применяем БСК-3 в дозе 2 литра, плюс гистин фитмарк-АЖ 2 литра, это стимулирующий препарат, ну плюс гумат, которая применяется первая. Следующая обработка, она где-то через 2 недели, скажем так, после первой обработки проводится. То есть в органическом земледелии этих обработок мы проводим здесь чаще, больше, чем, допустим, при применении в интегрированной схеме, там, при применении химических препаратов. Вот. И следующая обработка уже... фазу колошения по результатам фитосанитарного обследования. Здесь препарат БФТИМ в дозе 3 литра на гектар. Вот, стоит он 182 рубля. То есть это, ну, гораздо дешевле, плюс гумат, гораздо дешевле, чем химические фунгициды. Вот. Если в интегрированной, при применении интегрированной схемы, ну, на предприятии есть же и часть площади, которая выращивается, так сказать, классическим способом, поэтому там еще есть варианты, где БФТИМ совмещается в эту обработку с химическим фунгицидом. Поэтому мы здесь не теряем, так скажем, в урожайности, как минимум, но выигрываем в затратах. То есть это вот получается при этой схеме 1145 рублей, тогда как при применении химического препарата это 1560 рублей. То есть это вот такая схема применения на озимой пшенице. Но эта же схема применяется и на полбе, и там на ячмене и так далее. На тех культурах, которые выращивается на предприятии. Поэтому от чего зависит здесь, вот, сколько, ну, во-первых, сколько надо обработок, во-первых, постоянно надо вести мониторинг, и в соответствии с этим определяться, нужна обработка, не нужна. И, естественно, если мы работаем здесь на опережение, то эффективность. Это вот такие результаты, так сказать, но это я как пример привожу при применении там частично, это в интегрированной схеме применения препарата. Вот, то есть здесь, это в Динском районе, так сказать, коробка, где здесь семена обрабатывали биологическими препаратами. Вот гейстим фит плюс гейстим фит марка G и гумел люкс. Вот совместно с гербицидом здесь работали БСК с гейстимом. Опытов, которые мы проводим, производственных испытаний в разных хозяйствах, ну их очень много. Поэтому, ну вкратце я могу на ряде там остановиться. Это вот Павловский район, завомини Гармаша, где семена обработали, затем отработали аж фазу колошения, то есть минуя фазу кущения. Как видите, урожайность выше на 1,3 центнера больше, ну и затраты на 960 рублей, они
меньше. Ну вот по прошлому году можно сравнить это вот агрокомплекс. У агрокомплекса там было несколько полей в Ставрополе, где работали, я хочу подчеркнуть, работали здесь вот чисто биология и в обработке укушения и при обработке вот фазу колошения. То есть там БСК-3 работали, здесь БФТИМ. Значит, урожайность на 2,3 центера в пользу опыта, и затраты, соответственно, 434 рубля дешевле. И там же, в следующем хозяйстве, это в Айгурском, как, то есть это вот несколько полей для, ну, как бы для того, чтобы видеть постоянство, так сказать, результатов применения биопрепаратов. То есть здесь также такая же схема, чисто биология, так сказать, в опыте без химии, также получили. Да, это прибавка небольшая, там, или считать за прибавку может быть сложно, 1,75, но затраты на 434 рубля. Такая же схема была и вот в Сармате. Это буквально хозяйство вот рядом с биохутором здесь. Тоже такая схема БСК, БФТИМ, то есть разницы практически нет, одинаковая как бы урожайность. Но условия здесь сложились в прошлом году такие влажные, и фитосанитарное состояние было... В то же время ниже урожай мы не получили, и также дешевле. Это тоже в Ростовской области, Витя-7. Я здесь хочу подчеркнуть, здесь вот работали пожнивные остатки БСК с гуматом. Вот здесь обрабатывали совместно с гербицидом БСК с гейстивом же, и в фазу колошения здесь была обработка амистаром плюс БФТИМ, то есть как бы совместное применение. Здесь вот 5 центнеров прибавка получили, там 59 за 64, и затраты на 456 рублей дешевле. То есть это все вот в Ростовской области, здесь как бы недалеко. Ну, вот еще один, это вот здесь в Краснодарском крае, Каневской район, один из наших лидеров по урожайности район. Здесь вот одну обработку делали биологией совместно с гербицидом, а вторую обработку делали опять-таки химический фунгицид совместно с биологическим препаратом, это БФТИМ. Здесь прям и следующую обработку в фазу цветения также делали совместно химический фунгицид в опыте с биопрепаратом, а в стандарте чистый химический фунгицид. Урожайность получили, ну, абсолютно одинаковую, 68-98, но затраты опять-таки на 847 рублей дешевле. Ну, и можно как бы и дальше продолжать, то есть как бы и я просто хочу, так сказать, дальше остановиться на том, что я ранее говорил о том, что мы работаем со многими научными учреждениями, в том числе с институтом вот, в НИИМ имени Пустовойта, Федеральный научный центр, где мы проводим различные испытания на подсолнечнике, соя, там, рапс, горчица и так далее. Здесь я вот обращаю внимание на опыты по подсолнечнику, где мы обрабатывали, так сказать, семена, это кондитерский подсолнечник. Работали фазу 2-3 пары настоящих листьев, вот БФТИМ 2 литра, и фазу бутонизации. Как видите, урожайность в опыте 35,6, в стандарте 33,2. То есть 2,4 центера прибавки, это вот именно в институте под патронажем, так сказать, научных сотрудников, как бы, то есть для подсолнечника 2,4 центера, и это чистая биология. То есть, ну, естественно, затраты, если в стандарте 47 тысяч, то здесь 39 тысяч, грубо говоря.
То есть, ну и масса тысячи семян, как вы видите, выше, и в том числе и масличность. То есть, вот это что касается подсолнечника. Я просто коротко. Это вот что касается сои. Также с институтом работали в разных там их производственных площадках. Я хочу здесь обратить внимание на то, что здесь мы применяли препарат Гейстим Фиджи, о котором я говорил, что это стимулирующий препарат. В сравнении вот с микроэлементами, ну, так сказать, можно назвать, так сказать, химическими, да, вот с это, сбором, ультрамах бор, ультрамах кальций, мы применили Гейстим Фиджи. Урожайность одинаковая, затраты ниже. В следующем ВСХ Березанское, это тоже их хозяйство, здесь та же схема, плюс 0,8 центнера, то есть 13-13,8, 0,8 центнера прибавка, это уже достоверно, затраты ниже. И тоже ОСХ Березанская, третья, так сказать, третий участок, где мы применили дважды Гейстим Фиджи в сравнении там, с ультрамах бор, ультрамах кальций. То есть мы первую обработку сделали 2 литра и через фазу там, цветения сделали Гейстим Фиджи еще раз 2 обработки. Здесь мы получили вообще... Да, затраты здесь на 115 рублей. Выше получилось, это с учетом того, что в стандарте вторую обработку. Также это было вот в хозяйстве Белийский район, вот на сое, где мы, то, что я говорил, применяли препарат вот инокулянт, фунгицидная часть, стимулирующие семена обрабатывали. И обработку делали еще инситимом, это против вредителей, совка, огневка. Прибавки получили. Ну и затраты, я хочу сказать, что здесь разница колоссальная. На 4000 рублей у нас дешевле. То есть в стандарте 4700, там у нас 687 рублей. Вот. Ну и дальше по сое как бы есть. На Лабинской там... Просто хочу подчеркнуть, здесь как бы схема другая. Здесь вот ортус препарат, то есть это химический инсектицид, который работал, которым работали против паутинного клеща, да, с лигногуматом. А мы применили свой препарат инситим. Вот. И как видите, только вот по, так сказать, инсектицидная часть, вот применение препарата биоинсектицида, урожайность 29,5 в стандарте, 31,1, так сказать, в опыте. 1,6 центнеров прибавка. И разница в затратах на 1200 рублей дешевле, чем при применении химической. То есть, это что касается сои. Также есть производственные испытания на кукурузе. В прошлом году впервые мы работали на льне. Опять-таки хочу подчеркнуть, здесь вот смотрите, в Авниимке также применили Гейстим Фиджи 2 литра в сравнении с биостимом масличным, ультрамах хелоцинк и ультрамах бор. То есть мы получили здесь 0,5 центнеров прибавки, да, и затраты на 705 рублей ниже. То есть я еще раз подчеркиваю о эффективности стимулирующего препарата, так сказать, Гейстим Фиджи, который мы применяем, активно применяем вот в хозяйстве, в биохуторе, да, здесь как бы при выращивании, так сказать, культур в органическом земледелии, вот для того, чтобы компенсировать недостаток минеральных удобрений. То есть, а это подтверждение того, как работает этот препарат. Значит, ну и по подсолнечнику я говорил, лен, то есть это как бы основные схемы вот по применению наших препаратов в растениеводстве. Ну, вот сравнительная эффективность, еще одна табличка, это систем защиты растений,
вот, да, во Авниимке, где, так сказать, урожайность это средняя, многолетняя, то есть это практически за 3 года. Стандартной схемой мы получили, ну, как минимум не ниже, если 22-22,5 центера, вот, урожай. Затраты, вот, если там в среднем 2668, у нас 799, чистый доход, вот, если там 46, у нас 50 и так далее. Ну, и еще подчеркивается учеными института тот факт, что наши препараты, применяемые в данном случае и на сое, и на подсолнечнике, то есть снижает поражение бактериальной инфекции. Я хочу обратить внимание здесь, что все-таки бактериозы, они проявляются все чаще и чаще, в том числе и в последнее время и на пшенице их больше проявляется. И хочу подчеркнуть, что химические препараты практически по бактериозу не работают. Вот. Поэтому сейчас у нас, так сказать, ведется работа по регистрации препарата BFTIM, так сказать, BFTIM улучшенный, где включены будут, так сказать, будут ряд штаммов, вот, способствующих именно работающих против бактериозов, кроме ну, других патогенов, еще и по бактериозам. То есть это было ученых института, что надо регистрировать, потому что ну, эффективно. Такие схемы применения препаратов в растениеводстве на различных культурах. Значит, все-таки еще раз хочу остановиться на том, что обработка по пожнивным остаткам, с которой я начинал, она является основополагающей. И с учетом того, что вот в нынешнем году сложилась такая ситуация, такие условия, где развитие корневых и прикорневых гнилей проявилось в ряде хозяйств достаточно сильно. Просто вот на момент, скажем так, я хочу сказать, что там уже пшеница, она желтая как минимум, она не зеленая, то есть она уже очень сильно поражена. Поэтому хочу сказать, что необходимо применять вот этот прием по обработке пожнивных остатков с целью снижения патогена микрофлоры, потому что понятно, что есть еще, то есть, агротехническое мероприятие, значит, соблюдение севоборота, применение бобовых и так далее. Но с учетом того, что у нас, как правило, в хозяйствах коммерческие севобороты, короткие севобороты, то к сожалению, нарастание вот, патогена микрофлоры, оно происходит, не снижается. И по годам, если какие-то годы она чуть меньше, так сказать, идет поражение, то вот если предыдущие, скажем, 2 года это так не проявлялось, так сказать, не так сильно, то в этом году проявилось гораздо сильнее. Поэтому я все-таки на этом акцентирую внимание для того, чтобы ну, принимать меры, по крайней мере, хотя бы после предшественников там, колосовых, то есть это полупар, и после кукурузы на зерно, необходимо это делать в обязательном порядке. Ну, такие примерные схемы применения препаратов по биопрепаратам, по, так сказать, в растениеводстве. Что касается, они также применяются, эти схемы, ну, с производства в биохуторе, с которым мы сотрудничаем уже давно, как было сказано. Вот. В заключение хочу сказать, что всем спасибо, всем высоких урожаев и здоровья. Спасибо. Если есть вопросы, сейчас можно задать, а Сергей Борисович остается с нами, и можно будет и в процессе поездки по полям что-то уточнить прямо применительно к конкретной культуре, как ее защитить
и как она защищалась, в какие сроки и так далее. Верно, да? Можно же, ну, прямо на месте. В принципе, здесь вот Михаил, да, агроном предприятия, он как бы давно работает. Он будет комментировать, когда, да, мы будем уже, ездить. Так сказать, да. Схемы отлажены, он уже, да, здесь, в принципе, сам регулирует, когда какой препарат, да, брать, против, да, чего, то есть... Ну, как бы здесь он как бы полностью владеет, да, обстановкой. А побочные эффекты есть? Можете назвать хоть один побочный эффект биопрепарата? Побочный отрицательный вы имеете? Естественно, побочный отрицательный. Ну, побочный отрицательный, это я как могу сказать, биопрепарат не стоп-кран. И когда там уже, так сказать, ситуация, когда горит, тогда надо принимать другие, так сказать, другие меры. А? О биогербицидах, ну, в общем-то, теоретически, да, есть вредители, которые, ну, скажем так, уничтожают один вид какого-то сорняка. Практически, ну, нету у нас, поэтому я, ну, как, нету. Вот, ну, нету, да. Нет, не занимаемся мы этим вопросом в данный момент, пока, так скажем... Вы понимаете, даже применение энтомофагов, вот мы ними занимались, а сейчас просто в силу того, что на другой площадке у нас нету таких помещений сейчас, а мы производили энтомофаги, да, трихограмму, габробракона, там, клоп-макролофус, которые использовались против, ну, вредителей. Трихограмма – это яйцеед, да, который работает по тем же чешуекрылам, которые выпускаются, так сказать, поля. Габробрак, он это против гусеницы работает, тоже, ну, такая типа пчелка маленькая, это самое. Вот. Макролофус, это против вредителей в теплице, это самое, которые очень эффективно как бы работают. Но чтобы получить их, как бы получить эту продукцию, надо вырастить вредителя, да, а потом получить уже, так сказать, энтомофага. Хотя это, ну, очень эффективный способ, и как бы применение его, допустим, в том числе и в органическом земледелии, это, ну, очень, ну, так сказать, повышает эффективность в комплексе применения, вот если применять энтомофаги, биопрепараты, плюс агротехнические меры, это способствует более, получению более высокого урожая.